Меня зовут Майлз Моралес. Единственный в своем роде Человек-паук. По крайней мере, так я думал. Да, и сними покрывало. А по-моему, круто. У паучка нет плаща. Так, ты готов? Эй, паучки! Так, а ты кто? Я Гвен Стейси. Из другого измерения. Сколько же тут людей-пауков? Привет, парни. Приветик. Все так запуталось, что дальше некуда. Нет, есть куда. Меня зовут Свин-паук. И как я один спасу весь мир? Ты про весь мир и не думай. Думай, как помочь одному человеку. Майлз, ты куда намылился? А пауки бывают невидимыми? Только не в моей вселенной. Классная примочка, можно навалять и смыться. Это что за... Человек-паук через вселенные. Эй, Питер, по-моему, это плащ.